Плох тот хозяин, который ест картошку с огорода соседа, решили в региональном отделении партии «Единая Россия». На товарах местных фермеров можно смело ставить знак качества. В этом году производители Самарской области решили поддержать. На главной ярмарке областной столицы на площади Куйбышева места получили только местные сельхозпроизводители. Нам удалось на данном этапе сделать хорошую пропаганду самарским производителям, показать достаточно высокое качество этой продукции, договориться с сетями о предоставлении определенных преференций именно самарским производителям, чтобы население смогло в этих рамках хотя бы узнать, что такая продукция есть. На площади Куйбышева для предпринимателей предоставили 200 торговых мест. Самарцы могли запастись впрок всем, от мяса до овощей, причем по приемлемым ценам. Акция у нас это будет продолжаться. Мы, как договорились на прошлых встречах, она будет только расширяться из года в год. И мы надеемся, что мы больше сетей подтянем на данную акцию, чтобы у нас больше производителей и сельхозпроизводителей могли попасть в данные сети. И чтобы наши граждане, на самом деле, как было сказано, не только рублем, но и патриотизмом голосовали за нашу самарскую продукцию. Акция «Я выбираю Самарское» продолжится. В планах партийцев оказывать постоянную поддержку местным сельхозпроизводителям и на законодательном уровне предоставить льготы местным фермерам. Это позволит создать новые рабочие места и повысить спрос именно на продукцию местного производства. Лариса Шалафаст, Владислав Манин, «События».